Мы вновь возвращаемся к главной теме. Сегодня в Казани началась продажа билетов на Всемирные студенческие игры. Открылся магазин сувенирной продукции универсиады. Екатерина Кудинова оценила ассортимент. Елена Маместова в Казани в командировке. По счастливой случайности, она не только впервые оказалась в нашем городе, но и стала одним из первых покупателей магазина сувенирной продукции с символикой универсиады. Флеш-карту приобрела, все хорошо. Жалко, что нет футболок, честно говоря, пожалела. Потому что просили в Москву привезти сувенирные футболки с логотипом универсиады. А их нету в продаже пока. Зато на прилавках множество магнитов, ручек, товаров бытовой химии, из дорогих вещей из натурального войлока, набор медалей и огромное панно за 37 тысяч рублей. Многие предметы прослужат с пользой. Это зонтики, часы, сумки. Сегодня здесь небывалый наплыв покупателей. К концу года откроются еще 10 новых торговых точек и 7 будут реконструированы. В магазинах сувенирной продукции будет продаваться более 1000 различных наименований, но пока представлено не все. Например, футболки с надписями или рисунками находятся в стадии согласования. Тем, кто находится в других городах и за рубежом, можно будет приобрести заветные часики с логотипом универсиады или просто магнитик через интернет. Также в сети можно купить и билеты на студенческие игры. Всего предложат 700 тысяч квитков. По мере приближения универсиады цены будут расти и достигнут пика в дни соревнований. Екатерина Кудинова, Айрат Мухамедьянов, Вести, Татарстан.